Так, вот я специально взял горячую воду, ну так, подогрел ее слегка. И вот сейчас давайте смотреть. Я опускаю туда, в воду, вот эту хреновину и смотрим. У нас температура 24,3. Вот, пожалуйста, сразу прибор показал 48,8. То есть это говорит о том, что он абсолютно в нормальном живом состоянии работает. Шестьдесят один и восемь, пожалуйста. То есть это говорит о том, что сейчас мы вытащили, и вот сейчас температура, как бы сейчас сама железочка остынет, начнет падать. Вот она уже падает, я руками с ее как бы. Вот она сама. Видите, температура падает. Это говорит о том, что термометр работает. Для кого он подойдет? Он подойдет для, допустим, для дачников, которые устанавливают какие-то емкости для нагревания воды, чтобы знать температуру в этой емкости. Пожалуйста, можно использовать этот прибор. Не надо покупать какие-то там супердорогие емкости с термометрами. Они там стоят по 7, по 8 тысяч. Проще купить какую-то обычную емкость и вот этот термометр, который стоит там в районе 100 рублей. Поставить его и на двухсторонний скотч вот сюда вот приклеить, там к бочке или к какому-то там, на какое-то место. И, соответственно, пользоваться, использовать этот термометр по назначению. Все, ссылочка, как обычно, будет внизу. Кому-то нужно, заказывайте. Все, всем удачи.